Сразу три спортивных события по художественной гимнастике прошли в островной столице. Это чемпионаты первенства области, а также открытое физкультурное мероприятие «Огни Сахалина». Участие в состязаниях приняли более 100 спортсменок из Южно-Сахалинска, Анивы и Корсакова. Тему продолжит Аделина Леонова. Второй день соревнований посвятили выступлениям перворазрядниц. Гимнастки показали программы с булавами, лентами и мячами. Последним снарядом отлично владеет Анжелика Зайцева. Спортсменка выступила с новой программой. Номер поставили в августе. Я считаю, что я выступила хорошо. У меня было 0 потерь, и все риски я поймала и докрутила. Я считаю так. Там есть сложный риск – это выброс переворота, чупсы, валяшка и в ноги плавить. Это вот сложно. Оценка гимнастки зависит от сложности упражнения и частоты исполнения. Чем больше в программе прыжков, поворотов и бросков снаряда, тем выше баллы. Кроме того, спортсменки должны быть артистичными и хорошо попадать в музыку. В булавах я их люблю, потому что у меня там всегда все отработано и всегда все получается. На соревнованиях иногда. А обруч мой самый любимый, потому что там у меня много что тоже получается. Для сахалинских гимнасток это финальные соревнования в году. По итогам выступлений судьи сформируют сборную Сахалинской области на 2024 год. Лучшие спортсменки представят регион на чемпионате и первенстве Дальнего Востока. Календарный план у нас очень насыщен, что в этом году, что на следующем планируем. У нас практически соревнования в области проводятся ежемесячно, различного уровня и статуса. И на выезде у нас раз в два месяца у нас гимнастки выезжают на соревнования разного также статуса и всероссийские, и межрегиональные. По итогам чемпионата и первенства гимнастки получат кубки, медали и дипломы. Аделина Леонова, Иван Гамзов, Илья Назаров. Солнце ТВ.